Сотрудники управления МВД России по центральному району Санкт-Петербурга в одном из промышленных комплексов на Васильевском острове обнаружили арсенал огнестрельного оружия, боеприпасы и боевые награды времен Великой Отечественной войны. Сотрудники уголовного розыска был задержан гражданин за хранение наркотического средства кокаин. В ходе в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228, часть 1 УК Российской Федерации. Вследствие чего был выписан обыск на место его проживания. Последние два месяца он проживал на Корежевиной линии дом 34 в складских помещениях бывшей швейной фабрики. На четвертом этаже было обнаружено место его проживания под кроватью, в шкафу, ряд боеприпасов. В результате мероприятий стражи порядка изъяли более 150 патронов, 3 револьвера, 5 пистолетов, 5 затворов, 2 пистолета-пулемета, винтовку, 2 планшета с орденами и медалями Советской армии времен Великой Отечественной войны, общим количеством 27 штук. В настоящий момент все обнаруженное направлено на экспертизу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.